Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарная неврология» состоялась в третьем мегаполисе. Конференция проводится ежегодно кафедрой неврологии, психиатрии, реабилитологии, нейрохирургии Южно-Казахстанской медицинской академии. В ней принимают участие казахстанские и зарубежные специалисты в области нейронаук, в том числе неврологии, нейрогенетики, нейрофизиологии Великобритании, Казахстана, Турции, России, Украины и Узбекистана. Как и прежде, конференция прошла в смешанном онлайн и офлайн форматах, что позволило расширить неограниченный доступ к работе практического и образовательного форума неврологов, кардиологов, терапевтов, реабилитологов, нейрогенетиков и врачей общей практики из всех регионов Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья. Ведущие ученые и специалисты нейронаук рассмотрели вопросы патогенеза, диагностики, лечения заболеваний нервной системы. А сегодняшняя конференция, которая открылась в Чимкенте, очередная уже конференция, и мы сами видим по тому росту вот за эти несколько лет, какой идет интерес к этой конференции, сколько участников привлекается, какие вопросы обсуждаются. Это говорит о том, что конференция приобретает все большую и большую актуальность, популярность и все больше имеет значимость в неврологическом сообществе Казахстана и не только Казахстана, но и других стран. На этой конференции, так как она междисциплинарная, будут очень рассмотрены важные вопросы в неврологии. Это и эпилепсия, это и демиелинизирующие заболевания, это и сосудистая патология, это и нейродегенеративные проблемы. Кроме того, здесь очень важен момент то, что здесь будет предоставлена площадка для молодых ученых, так как будет конкурс «Школа молодых ученых», которая дает возможность приобрести еще больше опыта. В рамках конференции проведен мастер-класс «Видеомониторинг аппаратами экспертного класса в рамках прихирургической диагностики эпилепсии». В завершении конференции прошел конкурс среди молодых ученых, обсуждение итогов двухдневного научного форума и церемонии вручения сертификатов. Конференция состоялась при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Управления здравоохранения Туркестанской области и города Шымкент. Аружан Жиренбаева, Диана Аблязис, Новости.